Всем здравствуйте, доброго времени суток. Сегодня 61-й день моего похудения. На завтрак у меня 2 яйца с овощами. Это баклажан, кабачок, помидор, зелень, лук. Очень вкусно и сытно. Ну и, конечно же, чашка кофе. Обед у меня был легким. Это просто салат, зеленый лук, яйцо и острый перец. На перекус у меня желешка, это творог и малина. Захотелось чем-то себя побаловать. На ужин у меня кусок свинины, красный болгарский сладкий перец и листья салата. Конечно, лучше бы поменять местами. На ужин съесть салат, а мясо в обед. Сегодня 62-й день моего похудения. Мое утро началось со стакана воды. Позже я позавтракала. Это творог с перетертой малиной. И я выпила чашку чая. На обед у меня была фунчоза. Она не совсем правильная, здесь не хватает зеленого лука и огурца, просто в наличии не было, но и так было довольно-таки вкусно. На перекус у меня было манго. В этот раз попалось не очень сладкое и не очень вкусное, если честно. На ужин у меня тушеная курица в луке, помидор, острый перчик. Ну и листочки салата. Всем огромное спасибо за вашу поддержку, за ваши лайки. Всем удачи, легкого похудения. Пока-пока.